Всем привет, с вами снова Кокос и Джокер. Всем здравствуйте. И мы продолжаем проходить игру в Far Cry 5. В прошлой серии мы смотались от ненасытных сектантов, которые пытались нас убить. Это был, скажем так, довольно-таки сложный момент, потому что машина, зараза, простреливалась и было сложно уйти от урона. Так, а что тут... Ты обследовал, нет, эту местность? Тут, может, что-то вкусное есть? О, лопата. Круто. Я теперь могу бить лопатой по горбу. Так, нужно теперь найти еще подходящий горб для сие действия. Так, стоп, стоп. А это что? Гаечный ключ. Здорово. Так, он, походу, в каком-то бункере живет. Это дач. Да-да, какой-то бункер или подвал. Он, походу, знаешь, такой выживальщик американский. Mm-hmm. Фанаты. Так, самый младший из сидов. О, да он тут этот стянул, расследование сделал. За тут про них почитать можно сектантов. Интересные вещи. Mm-hmm. Так, ладно. Так. Пойду базарить с дачем. Угу. Сейчас, сектантов метка чищения. Прошу, ответьте, если слышите. Прием. Ты кто такая красавица? Вера Сирена. Блажи? Что за блажь? Эй, прием. Так, а ты кто у нас? Брат, что ли? А. Угу. И главный наш, да, я так понимаю? Да. Современный Ной. Конченый псих. Нормально. Хорошая характеристика. Так. Чё, всё, что ли? Там вот ещё что-то можно почитать. А как туда пройти? Там везде можно читать что-нибудь. Так, ладно. Готов к работе? Да, готов. Чё расскажешь? Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. Какой остров? В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Блин. Мы, походу, на острове еще. Либо я не шарю в картографии, либо это не похоже на остров. Сколько? Да нет, маленький остров. Так, взять. Удерживайте Q, чтобы открыть электрооружие. Пустите, либо нажмите, чтобы выбрать... Дополнительно оружие ему. Сейчас Ага. Чтобы выбрать или метательное оружие, дополнительно. Нажмите эски. Не себя. Вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь. А что не работает? Лидера психа. У тебя работает выбор оружия? Сменить оружие. И все.
А ты уже выполз из бункера, наверное. Угу. Ну так что тогда? Я там в бункере только оружие взял. А, там не работает. Так, вот. Кьюшка. Пошла. Ага. Приманка. Ладно, я понимаю, метательный нож и шашка. Что такое приманка? Для зверья? Динамит, самодельная бомба, граната, коктейль Молотова, бесконтактная взрывная взрывная взрывчатка. Тоже мне. Приманка, мясо. Так, пусто, пусто, пусто. Ствол. Что это у нас? Боеприпасы не меняются, да? Окей. Покиньте бункер. О, свет, свет! Обратно. Чё ж так светло-то там? Скайрим? О, я на вождение. Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, не кто было. Сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты. Аванпосты, как же без них? Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Ну, ладно, разобрался. Хотя в предыдущей части я играл, так что знаю. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Есть тут бинокль? Нет? Ага. А это? Поздно! Про бинокль сказали, ребята. Метательное оружие. Ну, это я уже видел. Ты убил их? Да. С пистолета? Да. Я не думал, что у меня так мало патронов. Хоть лопатой добивать. А мне как раз хватило. Последний выстрел и... Помоги мне. Кто здесь? Наверное, показалось. Да ладно, стебайся. Давайте. Спасибо, помощник. Так, сейчас бы, конечно, бы здорово, если бы Джокер сказал: «А, я нашел, как кооператив рубить», но нет. Эй, без понятия. Обнаружено новое место. Ну что, хочешь? Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Вот ты мне говоришь, а у меня какой-то дежавю. Так, вышка Джонсона, бункер дача, тайник выживальщика. Задать точку маршрута. Escape. Окей. На контур у нас ничего нету. Блин, приседать туда охота поставить. Привет, Майк! Я попытался добраться до подземной точки... нычки. Но главную трубу прорвало и все затопило. Понятия не имею, уцелело ли что-то. Надо как-то запитать насос и откачать воду. Я знаю, что переключатель в лодочном сарае, но он закрыт. А ключ ты мне не оставил, так что разбирайся сам. Окей. Стоп. Чувак, у меня сейчас стоит в настройках... Па 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 па
игровом процесс. Взаимодействие нет, выбор. Создать группу. Вы можете приглашать игроков? Нет. Ты через стимовский оверлей не можешь? Или он у тебя включается? Нет вообще? Угу. Ты через него не можешь ко мне присоединиться? А что пишет? Просто серое. Знаешь, как я сейчас сделаю? Ну-ка, если я сейчас вот так вот создать группу сделаю. Продолжать игру в режиме кампании, чтобы получить доступ к... А, все, понял. Продолжать. Короче, не здесь еще, рано. Понял? Я так и думал. Это еще вроде как типа первого тренинга. Тайник выживальщиков, в котором они нычут кучу полезного хлама. Попробуй попасть туда. Снаряг-то пригодится. Так, сюда? Где этот выживальщик-то? Карта? Ну? Сюда и. Весло. Как думаешь, чем лучше бить? Лопатой по горбу или веслом? Лопата хорошая вещь. Мне нравится, как она звучит. Так, дзынь. Выбирай сам. Дзынь. Да, она вообще звучит. Так. Освободите остров Дача. Так, ну что, возвращаемся туда. Так, у нас оружие. А, появилось. Это наш чувак там или нет? Наверное, наш. Ты в этом, в корабельном домике уже? Я уже там побывал. Зачистил. Я тоже сейчас зашел. Не понял. Ты надо мной издеваешься? Что ты меня туда сюда кидаешь? Туда пойди, сюда пойди. Почему метка метается? Я только что там был же. Там где-то спуск еще что ли есть? А, вот, здесь, наверное, в этот. Все, я понял. Все, 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 извините меня. Ты в бункер залез? Я так понимаю, выкачиваем. А где он? А, вот. А там сразу воду выкачивай. Да-да-да. Че, мы лопаты хотим биться. Стрелы? А, с ноги. Ну, давай. Сокровища. Это болты я вроде собрал, а не... Блин, лук менять на автомат как-то неохота. Угу. Если захочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. Да блин. До связи. Я хотел только обыскать. А не... нет второго... Да ну... Стой. Второго нет варианта? Что? Забрать лук. Походу нет. Да ну ладно. Это, конечно, обидно. То есть ты тут заранее должен предугадывать, ты стелсер или кто? А как же разные ситуации?
Ладно. А, нужна дополнительная кобура. Угу. Слеживать. Рейнджеры. Лагерь рейнджеров. Так, у меня есть квадрокоптер? Но вряд ли. Угу. Так, скрыть, показать интерфейс. Масштаб. Г. О, что такое Г? Угу. Дух не алтарь мочкану. Наверное, начать с него надо. Ну, маркеры ты тоже ставишь на них. Та-да-да! Уху! Но только маркеры не проставляются через деревья. То есть, если ты их не видишь, он не проставляется. Угу. Компанию? Наемники? Вот это вот и будет, походу. Как вас? Лэнс, даже не знаю, как тебе помочь. У Сидов нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ты говоришь, их люди шарятся вокруг, делают замеры и все такое. Думаю, можно предъявить им, что они вторглись на чужие владения. Да, они чудные и неразговорчивые, но наверняка отстанут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасные? Так, лопата, извини, ты отдыхаешь. И тачдаун! Так, мне показалось, или здесь было что-то, что можно взять? Показалось. Здорово! Правда, спасибо. Да не за чё. Я не верю в удачу, но сейчас мне точно. Чё, ты освободил чувака? Да. Чё, не включилось у тебя? Режим. А, не, того чувака не. Я к нему чё-то подошёл как раз. Не, я ещё. Пока что. Новое оружие, короче, это хапанул. Попрощался со своей лопатой. И взял Люсиль. Нанять. О, трех бойцов можно брать с собой. Ох ты. Собачка. Слушай, графика у собачки очень красивая. Даже медведь есть. Что? Какой медведь? Да, тебе он медведь напарник будет. А, в смысле напарник. И персик. Рысь по имени Персик. Ну хорош спойлерить ты. Медведь-чизбургер. Ненавижу тебя. Что это за спойлер? Это за спойлер? Ну я сам хотел посмотреть, ну, порадоваться, да. А ты мне весь кайф обломал, блин. Кайфолом. Помоги вернуться в бой. Ты погоди ты, Дэй, соберу все тут. А то ты сейчас встанешь, начнешь хапать. Всегда рад услужить. Ага. Ищите бойцов, нанимайте их, чтобы добавить в состав отряда.
Хы. Чизбургер, тяжеловес. Персик. У тебя какая ляпочка. Глаза разные цвета. Бумер, пес бумер, нормаль. Дворняжка, да? Так, разведка. Никрай, Грейс Армстронг, Джесс Блэк. Обалдеть, вся в шрамах. Аделиада Драмбер, пилот. Тяжелый огнеметчик, РПГ. Ну, короче, указываю свою классификацию, да? Окей. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их. Пойдем. Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Ну-ка, лечь тут нельзя ведь, да? Иду туда. Гляди, там идемщики. Кокоса, ну чё бинокль? Зет. Не, и вон через двери просекает. Ну чё бинокль? Зет! Блядь. Бега их много. Ну, понеслась. Чувак, походу, попал по бочке. Нет, не попал. Обалдеть! Слушаешь, ты кто вообще такой? Отлично поработали. После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. А пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Ну вот, я думаю, как же без радиовышки-то? Фига себе, он киллер. Ну, я убил там троих вроде, а потом... Пока... Я вообще одного, наверное. Менял место? Почему? Что тут? Что-то такое лежит, что нельзя мне обыскать. Эй. Сделай что-нибудь. Ладно. Что угодно. Да на, на. Ангел-хранитель, спасибо. Поговорить? Правда, спасибо. Жатва началась! Отец повелел устанавливать такие алтари по всему региону, чтобы нести его слово. Когда алтарь будет готов, любой ценой защищайте его от грешников, которые попытаются причинить ему вред. Мы строим эти святыни, чтобы мудрость отца опустила корни и дала всходы. Завратай, Дэма. Блин, то, что я сейчас... Вслух это произнес, я не буду быть, ну, там, наказан. Так. Черт. Бочка с наркотиком глючит. Бочка с наркотиком. Да, дым такой идет, близко подходишь, начинает тебя глючить. Это какая из них? Это... Тут дофига. А, вот это пыхает, да? Пыхает. Ой, звездочки. О-о-о. Ну все понятно теперь, что такое с ними происходит. Так, я вроде тут опять. У них у всех тут эти бочки стоят. Так, ладно, погнали. Мы тут вроде зачистили. Так, я хочу транспорт. Стоп. Вижу неприятеля. Угу.
Слушай, он там один? Вон там бочка пыхает. Слушай, давай снимем его, чтобы он не мешался. Попал! Еще как попал! Вау! Стоп! Это еще что такое? Палка. Двух концов. Думал, червей кормить буду. Аптечка. Бабух! Сейчас один момент. Ого. Может, мы сами во всем виноваты. Но вы точно сами виноваты. А я-то тут при чем? Так, что там есть еще кто-то, нет? На радиовышке. Тихо, не? Вроде никого нету. Здесь я убил своего первого оленя. Ух ты. Корпус. Вон что-то еще внутри есть. Как внутрь попасть? Никак? А если вот так? Понятно. Высотники, высотники. Или как там поется? Не помню. А мы высотники. А, о, а мы высотники. Мы не плотники, да. А мы монтажники, высотники. Смотри, не упади. Я карту нашел новую, что ли. Так, я вижу трос, по нему я по-любому буду скатываться. А тут, тут, во. Чё, нормальный прием, По-любому это не с радио было связано и не сопротивление. Я просто телек это поправил. Я поймал мощный сигнал. Открой карту, покажу, как дойти до нужного места. Взгляни на картину целиком. Отдали карту, чтобы увидеть весь округ. Округ Хоуп включает три региона. Прикольно, слушай. Там хозяйничает Иаков, старший в семье Сидов. Иаков обучает сектантов и отлично справляется. Илай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Хенбейн. Ну? Ты читать будешь, не? Холланд. Там правит Вера, вот это. Младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Долина Холланд. И он заявился туда и забирает для секты все. Еду, припасы и, что жутко, людей. Мне поступают сигналы со всего округа. Я свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. Окей. Итак, у нас три сектора. Но мы и вправду на острове. Че тут один дядька отмечается шариком над головой? А, не я знаю. Вот который освободил, они мне тоже отмечаются. Ну ладно. Тебя с острова. Не дергайся, ждать осталось.
осталось недолго. Пойду чем-то долбану еще. The Spark. Ачивка. Spark. Что такое Spark? Пип-пип-пип-пип. Spark это искра же. Искра? А при чем тут я? И при чем? Может, что взорвал? А, вот. Пришел. Да, искра. До меня доперло. Искра сопротивления, во, разгорается. Вот в этом смысле. Все мы грешны. Каждый из нас. Говори. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явным? Включить антенну на радио, потому что мне это знакомо. Преодолимо, если принять одну идею. Спастись от греха можно, сказав лишь одно. Да-да. Так это сейчас попало, это прям... Всегда говори «да». О, Хадсон, Хадсон. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу, да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Твою мать! Твоя напарница Хадсон у Иоанна! Ей приходится нелегко! Мы придем сами. Окей. О, теперь вам доступен режим сетевой игры. Да. Так что в следующей серии... Стоп. Я отметил три места на твоей карте. Лесопилка. Лесопилку на севере, тюрьму на востоке. Стоп. И город Фулзенд на западе. Выбор за тобой, но я бы начал с Фулзенда. Фулзенда. Угу, это оттуда вещало... Наша напарница. Приманка. Охоте, чтобы добыть шкуры. Приманки. Выберите приманку. Селектора уже с помощью. Так, прибейте здесь с помощью оружия ближе боя. Вы получите больше приманок и шкур. А, понял. Видишь, надо с ближнего боя убивать. Тогда больше добычи. Так. А на этом серию мы заканчиваем. Продолжение и уже кооперативное прохождение вы увидите в следующей серии. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока. Пока-пока.